Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Олеся пожаловалась, что в их любовь с Вальтером никто не верит. Девушка не понимает, что они делают не так. На острове любви Маша Филиппова скучает по шумной Москве и городской суете. Девушка хочет улететь с острова. Марина Тристановна интересуется у зрителей: «Будете ли вы рады, если я уйду с проекта через неделю?» Похоже, женщина и впрямь задумалась о своем нахождении на молодежном проекте. К Маше Кахно пришел новый парень Дима. Был очень яркий приход. Несмотря на то, что ему 22 года, он очень зрелый. И видно, что готов к серьезным отношениям. Маша с удовольствием с ним пообщалась, и Дима ее заинтересовал. В субботу на голосовании Юлианна покинула проект. Это все следствие обманов и метаний между мужчинами. По итогу она выбрала Никиту, однако парень от нее отказался. Шелюков посчитал, что Юлианна просто играется с ним. Сергей Кучеров очень надеется на победу в конкурсе «Любовь года». По его мнению, у них были только одни достойные соперники – Блюменкранцы, но они отказались от участия. Интересная новость с сайта Шлок. Алексей Купин приобрел автомобиль. Мужчина купил Мерседес за 2,5 миллиона рублей. Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Берникова подтвердила информацию о нападении бывшего мужа. «Это жесть. Сейчас он находится в КПЗ и ждет суда», – рассказала Вика. На днях ее бывший супруг Леонид напал на нее с оружием и угрожал убийством. Несмотря на то, что Лилия и Сергей помирились, в их паре по-прежнему много скандалов. Лилия написала: «Когда есть любовь, прощаешь любимому человеку все. Вот и в нашем случае мы с Сережей простили друг друга и пообещали, что больше такого не повторится. Если честно, меня смутил один момент, что он поехал в ночной клуб с Никитой, зная о том, что у нас только-только все наладилось. Он говорит, что ему хочется немного расслабиться. Не знаю, как будет, но меня это не совсем устраивает». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.